Пока. Девочки поднимаются. Поднимаются. Ух, ушли. Ушли, красавчики. Аж в этот надзиратель не прилетел. Что там, что там? Ай, ласточки гоняют. Ласточки, как похожи с Апсаном. Что там? Что там? Ласточки, видите, нашуганы голуби. Нашуганы. Все успокоились. Очень высоко. Вот и сокол приперся. Вот он. Фу, порвал, порвал. Порвал, порвал. Вот он, прям до земли. Пш, зацепил. Зацепил прямо внизу. Кого забрал? Вот. Тварюга забрал. Вот он. Вот он. Вот он забрал. Вот он. Забрал. О, друзья, вот такая вот территория.
территория. Парит с ним. Да, добивает. Ой, блин, а. Хорошо, пошли вверх. И вот на тебе. До самого низа гнал. Внизу взял. Кого взял? Кого взял, не знаю. Кого взял или не знаю. Вот он уходит в сторону. До самого низа гнал. Там был пёрый голубь и белая, то есть голубка пёрая и белый голубь. По-моему, не знаю, по-моему, пёрого забрал. По-моему, пёрого. О, блин, а. Забрал все-таки. Забрал, подлец. Сейчас посмотрим, где этот второй голубь. Не вижу. Ну, не держать же их, как курей. Вот это... Всем персонажам вот сейчас напишут, вот не избавляешься, еще что-то не избав, приезжайте сюда, попробуйте, поизбавляйтесь, посмотрим, избавитесь или нет. И тем вот, кто говорит, от сокола уходит, там показывают на ютубе. Ну пусть приезжают, погоняют здесь. Да, если вот здесь он над крышами мотаются. Над крышами мотаются, конечно. Бах. И сядет. Подождем, посмотрим второго голубя. Вот появился. Появился какой-то голубь сейчас. А, сел прямо на крышу. Сел прямо на крышу. Сейчас посмотрим. Так, белая голубка. Пёрую забрал. Забрал пёрую. Вот такой вот полёт. Вот такой полет, друзья. Давай. Смотрите, нашугана как. Давай. Опускайся. Вот сволочь. Забрал. Сверху гнал. И внизу уже забрал. Как гонять? А Пискунов вообще перечеркнул. Сейчас опять скажут, так тебе и надо. Ты не избавляешься. Ну, приезжайте, избавьтесь. Посмотрим, избавитесь вы их от них. Писать легко. Территории везде разные. Здесь, поверьте, кишат. Ну, тот, кто долго меня смотрит, тот видит.
что здесь творится. Давай, 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 напугано, вот он, этот шейка тоже вот. Ты опускайся. И пусть приезжают, кто там, говорит, от хищника уходит, от сапсана уходит, там еще что-то. Да, если вот так над крышами мотаются, если над крышами вот так вот, конечно, более будут уходить. Они умные, поэтому уходят. Наверх не уходят. Интересно такими голубями посоревноваться. Посоревноваться с этими умными, которые крыши вышибают. Давай, давай, заходите. Заходите. Давай. Посоревноваться. И посмотреть, достойная птичка или нет. И еще раз вот повторюсь вот этим комментаторам некоторым, которые там пишут, не избавляйтесь. Приезжайте, поживите здесь, попробуйте. Да вы устанете, поверьте, устанете избавляться. Так вот, не погонять пока, посмотрим. Круглый год практически атакует. Не дает. Ну вот в прошлом году июль, август и середина сентября более был спокойно. Посмотрим в этом году, как будет. Ладно, друзья, удачи. Удачи. Что сделаешь? Кушать хочет. Или детей кормить своих хочет. Скорее всего, дерти детей. Что сделаешь? Этой голубке где-то было, наверное, года 3, наверное, так где-то. Может, 3.5. Не повезло, что сделать. И что они будут показывать? Да ничего, свое удовольствие, не будут летать. Наверное, видели, как они там шарахались от этих ласточек, и пришел сокол. Ладно, всех благ вам, всех благ. Удачи, мирного неба, самое главное, над головой. Ничего, что сделаешь. У кого-то не атакуют, у кого-то реже атакуют. Ну, а здесь так, что я сделаю. Всех благ вам, удачи.